Всем бум! У микрофона Варкул. Это мой новый выпуск, новая эра под названием НКВ. Новое качество видео. В этих выпусках я буду больше стараться. Их будет где-то 5-6. А дальше, возможно, я вернусь к своему прежнему контенту. Я делаю его, потому что актива ноль. Надо как-то оживлять свой канал. Ну а если мне понравится снимать видео в таком формате, то я буду продолжать. Видео не было так долго, потому что я болел. Ну а сейчас интро, и мы начинаем. В этом видео я бы хотел поговорить о том, как дети испортили приложение под названием Лайк. И я сразу говорю, что мы в этом видео не будем смотреть их видосы, так как это слишком заезженная тема. Потому что из-за этого видео станет неинтересным и сплагиаченным. Допустим, даже если просто сравнивать две помойки, TikTok и Like, то из двух зол я выберу TikTok. Потому что если мы открываем Like, то мы видим просто детей, которые снимают никому неинтересный трек. Так как в TikTok в основном аудитория это подростки. Ну, я не скажу, что они прям адекватные, но поадекватнее, чем дети в Like. В Лайк просто дети делают трэш и набирают просмотры, радуясь при этом. По личному опыту в Лайк я расскажу вам одну историю. Я залил несколько видосов туда, и они набрали нормальное количество просмотров. Я решил заглянуть в комментарии. И сразу говорю, у меня было 0 подписчиков. Притом там было несколько комментариев по типу «Я твой фанат!». Я решил заглянуть в профили тех челов, которые написали это. Около 20 тысяч подписчиков, притом без видео. Тут даже человек, который не шарит в этом, поймет, что это боты. Как мы знаем, что обычным людям нет смысла делать таких ботов. А знаете, кто их сделал? Правильно, Лайк. Потому что Лайку не в кайф открывать приложение и видеть детей, которые делают трэш. И даже если вы найдете видео для ребенка, то там будет много комментариев от детей, которые пишут несвязанную хрень. А что делает нормальный человек, когда увидит такие комментарии? Правильно! Выйдет с Лайка и забудет про него. Поэтому разработчики начинают вычислять такой детский контент, начиная помаленьку. Они начинают с комментариев, а скоро принятся за видео. А что случится, когда видосы будут делать в основном только боты? Правильно, Лайк скатится нахрен. И все вскоре забудут про него. И там будет уже не миллионы детей, а около 100 тысяч нормальных, адекватных людей. И вы, как понимаете, это очень мало для такого приложения. И все. Лайку пока. Так как реально, там просто дети делают какой-то трэш. И Лайк скоро будет удалять такие видео. Потому что Лайк попытается сделать комьюнити поадекватней. Ну, и дети уйдут из этого приложения в ТикТок. И там станет уже не миллионы людей, как я сказал. А да, около где-то 100-200 тысяч нормальных, адекватных людей. И так как Лайк уже раскрученное приложение, это очень мало для него. А если вам понравился мой новый выпуск, ставьте лайк. Всем пока.